И последние жители Хандыги, не покидая поселка, смогли побывать в Московском театре. В Хандыгской школе искусств театр «Мюзик-холл» представил лирическую комедию «Заложники любви». О том, как прошло представление, расскажут наши корреспонденты. В райцентре Тамбовского улуса в здании Хандыгской школы искусств Московский театр «Мюзик-холл» представил лирическую комедию «Заложники любви». Зрителей порадовал по-настоящему звездный актерский состав. Народные артисты России Александр Панкратов-Черный, Наталья Егорова, заслуженные артисты России Светлана Тома и Андрей Харитонов. Зрители, не выезжая из Хандыги, словно побывали в Московском театре. Ведь артисты показали постановку именно в том виде, в каком она идет там. Организаторы проекта привезли с собой декорации и реквизит. Уставшие с дороги артисты остались довольны приемом и доброжелательностью публики. Зрители очень хорошие, очень скромные зрители, очень тактичные. Вот. Ну, мне, вот, как говорится, вот Панкратову Черному было очень приятно, что я заметил, что 3/4 зала – это были женщины. Да, ну я эгоист, я подумал, господи, еще мной интересуются. Да, так что это мне было приятно. Артисты такого уровня в Хандыгу приезжали 25 лет назад на 50-летний юбилей поселка Хандыга. Это Влад Листьев, Сергей Проханов, группа XBB. От имени жителей и гостей поздравил глава района Георгий Герасимов и вручил памятные сувениры. И Хандыги большой праздник. К нам приехали такие народные, всем известные артисты. Мы их очень любим и очень рады, что их посмотрели. Спектакль очень интересный. Зрители остались благодарны артистам не только за смелость приехать в наш далекий край, но и за их самоотверженность и яркий талант. Следующий спектакль пройдет в поселке Золотарей Устнера, куда гости выдвинулись по Магаданской трассе. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Павел Севцев, НВК Саха, Хандыга.